На все 100 под таким символичным названием прошел культурно-исторический квест, посвященный столетнему юбилею ВЛКСМ. В этом тематическом мероприятии приняли участие и омские комсомольцы. Организатором мероприятия выступил городской студенческий центр. В квесте приняли участие 17 команд из разных учебных заведений города, колледжей и вузов. В процессе культурно-исторической игры, выполняя задания, ребята побывали на нескольких объектах Омска. Все они каким-то образом связаны с омским комсомолом. Многие архитектурные сооружения сегодня являются историческими памятниками. Команда омских комсомольцев заняла 3-е место. Для них участие в квесте стало дебютом. Комсомольцы впервые участвовали в подобном мероприятии. Товарищи не ударили в грязь лицом, показали очень достойный уровень. Ребята тренированные, спортивные, внимательные, пробежали 5 километров пешком. Интересное мероприятие. Комсомольцы будут и впредь участвовать в подобного рода мероприятиях.